Всем хло, я понимаю, как сложно, когда ты только начинаешь найти какие-то хорошие плагины, купить нет вообще вариантов никаких, это я все понимаю прекрасно, поэтому я сделал для вас подборочку бесплатных плагинов, которые вы можете спокойно скачать, все будут по ссылочке в описании. И также вы можете скачать еще мой бесплатный драмкит, который тоже находится в описании, вот, и у вас получается будет полностью заряженный набор для того, чтобы писать биты. Сегодня в плагинах будут пианино, струнные, очень много разных паков, живая гитара, вот, реально, прям вот именно плагин самой гитары. Будут плагины для обработки мелодий наподобие RC20, и будет даже очень крутая штучка, которая вам поможет играть с вашей панорамой в битах. Так что смотри видос до конца. Если он тебе понравится, ставь лайкосы, пиши в комменты, какие бесплатные плагины ты знаешь еще и используешь. Вот. Подписывайся на каналчик, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видосы. Все, всех обнял, надеюсь, каждому из вас пригодятся эти плагины. Погнали. Первый наш сегодняшний плагин — это Spitfire Audio Lab. Вот. Абсолютно бесплатный, тут очень много библиотек. Чтобы скачать, просто переходите по ссылочке в описании, нажимаете на какой-нибудь один скачать, вам предложат скачать приложение. После того, как вы скачаете, у вас установится такой клиент. В этом клиенте вы можете устанавливать вот эти все библиотеки, они все абсолютно бесплатные. Я пока установил только некоторые, но послушайте, как просто прекрасно звучит. Допустим, это у меня софт пиано, и я чуть-чуть прибавил здесь реверба. То есть, да, здесь все очень просто. Одна крутилка, реверб, все, больше ничего нет, но звучит просто прекрасно. Или вот, допустим, какие-нибудь струны потестим. В общем, Labs от Spitfire Audio — очень крутой плагин, реально, скачайте, попробуйте, там много разных библиотек, есть даже ударные, так что скачивайте, и вы не пожалеете, это точно. Погнали ко второму пункту. Второй плагин у нас на очереди — это плагин от Cable Guys, Pancake. Вот, его тоже можете скачать по ссылочке в описании. Что он делает? Он помогает нам играться с панорамой. То есть мы можем как угодно расставлять панораму, и у нас будет идти вот по вот этой штучке погибающий звук. То есть из левого уха, допустим, в правое в данной ситуации, да, послушаем. И он как бы из левого уха перетекает в правое. Нам не нужно делать никакие автоматизации на панорамирование, а просто мы используем этот плагин и все. Также можно использовать на хай-хеты, на другие мелодии и так далее. Очень классный плагин, всем советую. Третий на очереди плагин — это Ozone Imager 2. У них недавно как раз вышло обновление. Вот, они выкатили вторую версию. Что нам позволяет этот плагин? Во-первых, с помощью него мы можем смотреть панораму звука. То есть вступление — такой широкий звук, да, мы видим то, что он по всей как бы комнате распространяется, а вот здесь, когда начинает бас играть, то есть мы видим то, что панорама расширяется только когда играют аккорды на фортепиано. Вот, с помощью этого мы можем понимать, когда нам нужно там расширить, например, что-то направить в левое, что-то в правое и так далее. И также с помощью этого плагина конкретно можно сделать панорамирование и сделать звук шире. Мы включаем стереоис, вот эту штучку, короче, включаем. И видим, да, звук становится шире, ну, понятное дело, подкручиваем здесь какие-то панорамы. Там как лучше. Думаю, это не лучший способ работать с широтой звука. Вот. Поэтому делать так не рекомендую. В последнем разборе на бит из трека Фейса Надежда некоторые люди спрашивали, бесплатный ли плагин гитары. Нет, не бесплатный, но есть аналог, который вообще ничем не отличается. Я даже сам удивился, когда скачал.
Называется Ample Guitar M2 Lite. Ссылочка будет в описании, как всегда. Вот. Просто скачиваете и наслаждаетесь, реально. Гитара просто шикарная, звучит очень похоже на настоящую гитару. Давайте послушаем, вот сравним, которая у меня была изначально. И Ample Guitar M2 Lite. То есть, как видите, вообще почти ничем не отличается. Так что всем рекомендую, заходите, скачивайте. И последний на сегодня плагин — это бесплатный аналог от Изотопа, винил. Это аналог RC20. Тоже очень крутой плагин. Здесь есть все те же самые крутилки, как в RC20. Вот. Шум, теплота звука, то есть... Также есть... В RC20 называется wobble, когда pitch ноты меняется, пока типа идет паттерн. Ну, то есть понятно, что так много не надо крутить. Также здесь можно выбирать огибающие и можно выбирать звучание года. Типа вот, допустим, 1930, да? Ну, такое ощущение какого-то радио, что ли. Вот, тут, короче, можно поиграться со всеми этими крутилками. Тут очень много всяких штук прикольных. Всем советую этот плагин. У кого нет RC20, скачивайте этот спокойно и используйте в своих мелодиях. Он очень хорошо заменяет его. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот видос. Все ссылочки на плагины вы можете найти в описании. Также ссылочка на бесплатный мой драм-кит тоже в описании. Так что... Заходите, скачивайте, пользуйтесь и наслаждайтесь. Всех обнял, всем пока.